Для врачей, медсестер, санитаров, в общем, для всех медицинских работников Нефтеюганска, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Педагоги поиска решили поддержать их, присоединившись к флешмобу «Спасибо врачам». Мы решили поддержать эту акцию и в концерте акции, которая прошла под девизом «Победим ковид мы вместе», дружными веселыми танцами и песнями прозвучали песни в исполнении наших педагогов Романа Хализова, Анны Шалагиновой, Эльзы Багировой, ансамбль казачьей песни «Хортица». Песни о жизни и о любви, танцы казачьи и индийские. Подготовился Центр дополнительного образования «Поиск» акции «Спасибо врачам» быстро. Все педагоги – мастера своего дела. Каждый выступал со своим репертуаром. Мы с современной студией хореографии «Грация» выступали с индийским номером с моей коллегой Надеждой Радомировной Саткаевой. Таким образом, мы смогли поблагодарить хотя бы так наших медицинских работников. Спасибо им большое за их труд, за их вклад, за то, что они делают. Врачам такая акция очень понравилась. Улыбки на лицах видно и сквозь маски. А слезы на глазах, как подтверждение того, что такие неформальные мероприятия очень важны медикам. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».